После сего избрал Господь и других 70 учеников и послал их по два перед лицем своим во всякий город и место, куда сам хотел идти, и сказал им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Идите, я посылаю вас, как анцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите: «Мир дому сему». Если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом. Если придете в какой город и примут вас, ешьте то, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им: «Приблизилось к вам Царствие Божие». Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите: «И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царствие Божие. Сказываю вам, что Содому в день он и будет отраднее, нежели городу тому. Горе тебе, Хоразин, горе тебе, Вифсаида! Ибо если бы в Тире и Сидоне явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и пепле, покаялись. Но и Тиру, и Сидону отраднее будет на суде, нежели вам. И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Сегодняшний евангельский отрывок раскрывает пред нашим взором сущность апостольского служения, которому по большому счету призван каждый православный христианин. Отправляя своих учеников на проповедь, Господь наш Иисус Христос говорит им: «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Святой праведный Иоанн Кронштадтский отмечает: «Господь видел, что многие люди, подобно слепым колоссям, готовы были принять слово Евангелия. И для того, чтобы ни один человек не остался без благой вести, Христос посылает на проповедь сначала 12, а потом еще и 70 апостолов, указывая при этом на то, что жатвы, то есть апостольского труда, хватит на всех. Посылая учеников на дело распространения Евангелия, Христос предупреждает их: «Я посылаю вас, как агнцев среди волков». Святитель Иоанн Златоуст, размышляя над данными словами, пишет: «Христиане в этом мире подобно кротким и незлобивым агнцам, которых на каждом шагу подстерегают лютые волки. Но христианин не должен этого страшиться, потому что с помощью Христовой человек может преодолеть любую злобу и ненависть и выстоять в противостоянии с врагами Евангелия». В то же время, став на путь проповеди, апостолы не должны были заботиться о материальном. Спаситель увещает их: «Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, и никого на дороге не приветствуйте». Такое повеление Господа, по словам преподобного Серафима Саровского, должно было подвигнуть апостолов еще более сосредоточить свое внимание и усердие на проповеди и не отвлекаться на постороннее. Войдя в тот или иной дом или город, апостолы могли оставаться там до тех пор, пока не исполнят свое предназначение, то есть пока все его жители не узнают о том, что приблизилось Царство Божие. Если же какой-нибудь город не примет апостолов, тогда они, по слову Господню, должны выйти из этого города и отрясти даже прах, прилипший к обуви. Такое действие показывало, что они не имеют ничего общего с тем городом и что они сделали все возможное, дабы ни один местный житель не погиб духовно в неведении Христа. О том, насколько плачевной будет участь подобных городов, говорит хотя бы то сравнение, которое приводит в Евангелии Господь Иисус Христос: «Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому».
Ветхом Завете, как мы знаем, Содом фактически был олицетворением максимального уровня греховности. Содом и Гоморра были настолько преисполнены зла и греховных пороков, что это единственные города, которые за свое распутство уничтожены самим Богом. Но даже Содому в день страшного суда будет отраднее, чем тем городам, которые не примут благовестие Христа. Почему? Потому что у Содома не было возможности покаяться, а у иудейских городов, таких как Хорезин, Вифсаида и Капернаум, была. Читая сегодняшнее Евангелие, мы должны помнить о том, что Слово Христа обращено к каждому человеку, независимо от места и времени его проживания. Только благодаря принятию этого Слова человек может познать Бога. Тот же, кто не принимает Слово Евангелия, продолжает находиться во тьме духовного неведения. А потому наша задача, как и задача святых апостолов, живших практически 2000 лет назад, заключается в том, чтобы как можно больше людей услышало о Христе, а услышав, получило надежду на спасение и вечную жизнь в Боге.